администровывать после учений. Вчера руководством республики было предложено сформировать из наших уроженцев республики Мордовия подразделение, чтобы они громили врага плечом к плечу. И это предложение, оно поддержано руководством воинской части, штабом Центрального военного округа. И мы будем делать все для того, чтобы наши земляки служили в одном подразделении. Мордовский батальон возглавит командир из региона. Это дает возможность постоянно держать связь с мобилизованными.